Феерия сюжетных перевоплощений, комичные ситуации и яркие персонажи. В первом спектакле нового театрального сезона, кажется, есть все известные ингредиенты, чтобы стать одной из тех пьес, на которые зрители любят приходить не единожды. В свое время автор пьесы Марк Камалетти предпочел профессии художника графика, драматургию и театр. И как оказалось, это был верный выбор. Его пьесы самые исполняемые из числа французских авторов. Премьера спектакля «Играем в дружную семью» в Музырском драмтеатре состоялась в 2015 году и сразу стала важным культурным событием. Впрочем, премьерные показы нового театра сезона Мозарского зрителя ждут уже скоро. На этот раз запланированы три спектакля для взрослого зрителя и две сказки для детей, одну из которых школьники и воспитанники детских садов увидят в ближайшие дни. Пьеса по мотивам произведения Редиарда Киплинга обещает увлекательное путешествие к тайнам африканского континента. За постановку и музыкальное оформление сказки «Приключения любопытного слоненка» отвечает актриса театра Светлана Джелиева. Она же готовит премьеру для взрослого зрителя. Очень простая история – это трагикомедия украинского драматурга Марии Ладо, которая обещает задеть самые тонкие струны человеческой души мозырского зрителя. Свой новый спектакль в ближайшее время подарит и главный режиссер театра Роман Циркин. Это будет пьеса знаменитого чешского драматурга Карла Чапика «Мать». Написанная в 1938 году, она словно предчувствует самое страшное десятилетие. Трагические произведения не так часто сегодня можно увидеть в Мозере а значит, постановка обещает стать важным театральным событием. В новом театральном сезоне актеры мозырского драмтеатра будут участвовать и в фестивалях. Жюри Международного театрального фестиваля женского творчества имени Марии Заньковецкой предстоит оценить комедию «Любовь, семья и третий лишний» в исполнении Мазырян. Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».